Привет, друзья! Вы на канале Влад Клаб, и как вы поняли по заставке и по тому, как я нарядился сегодня, сегодня День Победы, великий праздник в истории целой планеты, ну и всех наших союзников в том числе. Не будем вдаваться в исторические подробности. Я спил медаль не для того, чтобы там присвоить звание ветерана, просто отдать дань уважения всем ветеранам, которые защищали, всем воинам, советским воинам, и также моему дедушке Николаю Дмитрию Петровичу и бабушке Маргарите Дмитриевне Николаевой, соответственно. Вот. Дед прослужил 41 года, с 13 ноября он был призван, и вплоть до 47 года освобождал даже дальневосточные страны. Японию, там, Китай, ну, Маньчжурию, там, в общем, вы знаете, по истории там тоже фашисты оседали. Но японцы сами тоже были очень дружелюбны. И в честь такого важного для всех события я решил опробовать. Спасибо Денису Шашкину, канал Дистиллят ТВ, за предоставленный от Левант. Это коньяк Победа, 15 лет новокубанский, был выпущен заводом к 60-летию со дня Победы. И, соответственно, хотелось бы попробовать что-то сравнительное с ним. Это 0,15 лет классик. Ну, сначала разольем. Они уже подышали довольно-таки хорошо. Сейчас скажу, почему подышали. Все-таки от Левант. Спасибо еще раз Денису за предоставленный напиток. Мы уже пробовали новокубанский. Но в обзоре, конечно, он не участвовал. А вот Ной классик еще не был. Очень плотный картон. Видно, серьезный подход. Прям добротный такой картон. Ну, судя по тому, как я уже тут отпил, вы знаете, что я уже попробовал. Дышать ему особо не надо, поэтому сразу налью во второй бокал. Дата розлива данного напитка 17 сентября 2020 года. И, соответственно, свежий, совсем свежий. Очень плотный картон. Здесь все брендировано. Надпись здесь тоже брендированная. Молодцы, подход серьезный. Вот в этом случае, да, я уважаю Ной, молодцы, ничего не скажешь. Итак, что же по аромату новокубанский у нас сначала идет? Итак, друзья, посмотрим. И тут орешки, узнаваемые по фоногорийским напиткам, по большей части. Сухофруктовые ноты, дуб, много каких-то специй, которые я не знаю даже как описать. То есть очень приятный. Тут, знаете, какой-то даже абрикосовый, что ли, такой подвяленный абрикос. Еще вроде не курага, но в то же время, даже, знаете, спелый такой абрикос. И он такой прям вот-вот готовый лопнуть. Или раздавленный на дороге тоже. Ну, по большей части здесь луговые цветы. И очень-очень приятный аромат, прям вот. Очень сильный, сильно концентрированный. В спиртозности нет никакой. И это мое почтение тем, кто, к сожалению, уже не выпускает, производителю, соответственно, этого напитка. Ной же. Он более темный, вы видите по цвету. Этот светлее, хотя они оба 15-летних. Но, видимо, то, что тут добавили колер, как я понял, сахарный. Возможно, такой вот приобрел у нас цвет. И тут уже более-менее аромат беднее относительно новокубанского, но не хуже. Тут больше прослеживаются дубовые ноты, сухофруктовые уже такие серьезные, завяленные, уже перевяленные такие сухофрукты. И тоже какие-то пытаются пробиться цветочные ноты. Больше, мне кажется, он к французским относится напиткам. И тут прослеживается данная нота. Да, он хорош, не для посиделок с друзьями, он хорош даже не под шашлык, он хорош для того, чтобы посидеть в одиночку, ну или с семьей, в тесном, кажется, семейном кругу, подумать, помечтать. Они оба достойные напитки, мы будем пробовать, кажется, что мы будем затягивать, особый ролик. Итак, еще раз спасибо Денису, с праздником, друзья, всем побед, достижения целей в своей, ну, непростой жизни, может, кого-то, может, простая, но мы все стараемся достигать своей цели. И вам того же желаю. Пробуем за вас, друзья. Потрясающий. Не обжигает, не мягкий, обволакивающий рецепторы.
чуть так коснулся языка, ущипнул и пошел дальше. Приятное тепло согревает. Те же самые сухофрукты тут во вкусе, причем в аромате я его не слышал, а только во вкусе. И цветочные ноты, прям ярко выраженные, настолько они приятные. Вау, короче, это вау-эффект реально. И мое еще раз почтение производителю. Жалко, что не упускаете. Может, они посмотрят этот ролик и будут продолжать выпускать напитки. Я сильно сомневаюсь в этом, но надеюсь на это. Ну и, соответственно, послевкусие тоже у него довольно-таки продолжительное. И смотрим, что он скажет Ной. Ну, в ароматике он гораздо беднее, как я уже сказал. Еще раз за вас, друзья. С Днем Победы. Мягкий тоже. Он, знаете, немножко даже не имеет рецепторы. Но это приятная немота такая. И вот этот сухофрукт, он здесь тоже присутствует, но менее выраженный, нежели в новокубанском. Но тем не менее, он достойный напиток. С учетом того, что по акции его можно взять примерно за 1800 в Винлабе. Но, возможно, еще есть где-то подешевле. Тогда как это уже исчезающий коньяк, который найти... Ну, уже, я думаю, невозможно. Все-таки 60-летию Победы он был вообще ограниченным тиражом. Вот, и спасибо еще раз всем, кто предоставил мне много всяких разных отливантов, в том числе Денис, конечно же, больше всех предоставил. Ну, и Олег Курдюков тоже. Спасибо ему большое. Много уже в обзорах я его применил. И у меня, кстати, в коллекции есть большой приз. Тоже новокубанского. Трехлетний, пятилетний и четырехлетний. Вот. Но они какие-то, знаете, пожестче. Вот если этот мягкий, то те пожестче. Я их в обзорах не буду. Может быть, если найду, я, конечно, применю их в обзорах. А на данный момент, если сравнить эти напитки, 15-летние, новокубанский тоже, дал просто фору вот этому Ною. Но по большей части по ароматике. По ароматике он перебил его. По вкусу они примерно на одном уровне. Здесь больше дубового цветочные ноты, здесь более цветочно-ореховые, абрикосово-фруктовые ноты, такие вот, как бы более светлые, я бы даже сказал, более светлый, более радужный. Этот более такой зажатый немножко, на мой вкус, опять-таки. Я никому не призываю верить моему слову на слово, но тем не менее, пока вы не попробуете, я советую попробовать вам обязательно этот Ной. И еще раз Днем Победы, друзья. До новых встреч, пока!